День добрий, шановні гості, дорогі приятелі. Сердечно вітаємо вас на нашому концерті, присвяченому 20-річчю нашої школи, школи язика і культури польської. Здравствуйте, уважаемые гости и дорогие друзья! Сердечно приветствую вас на нашем концерте, посвященном 20-летнему юбилею нашей школы, школы польского языка и культуры. 20 долгих лет становления, развития, творчества. 20 лет свершений и открытий. Как все начиналось 20 лет назад? Что представляет собой школа на сегодняшний день? Предлагаем вам посмотреть нашей небольшой презентации. Всiąść do pociągu, by
День добрый, здравствуйте, дорогие мои гости. 20 лет сегодня мы празднуем юбилей нашей школы. 20 лет школы польского языка и культуры, я считаю, это срок немал. Это 20 лет становления и развития. Это несколько семейных поколений учащихся. Не один десяток студентов и выпускников в польских вузах. Это гастроли, концерты, поездки, научные и методические конференции. Это интересные встречи, новые города, новые постановки, фестивали, конкурсы, как в России, так и в Республике Польша. А сейчас давайте вспомним, как все начиналось. В октябре 1993 года на собрании Организации Ассоциации жертв политических репрессий было решено создать в Абакане культурно-национальное общество «Колония». Первыми вдохновителями стали лица, имеющие польское происхождение. Это Людмила Брониславовна Кочетова, Клара Романовна Кызласова, Генрика Вацлавовна Прошичева, Людмила Анатольевна Полежаева, Сергей Владимирович Леонтьев. Основным направлением работы общества стало, прежде всего, конечно же, изучение польского языка. И уже к осени 1994 года была набрана первая группа учеников, которая стала заниматься в польской школе в Абаканском центре детского творчества. Первым учителем был нынешний председатель культурно-национальной общественной организации «Полония» Сергей Владимирович Леончик. Кроме изучения языка, была поставлена задача изучить и популяризировать польскую культуру, ее национальные традиции. Был создан кружок народно-прикладного творчества, которым руководила Евгения Юрьевна Мастрич. Ну а сейчас я хотела бы поделиться своими впечатлениями, как я была приглашена на работу, вести уроки в польской школе. Позвонил мне Сергей Владимирович. Я жила в другом городе и говорит: собирайся, сестра, приезжай, будем пропагандировать польскую культуру и изучать язык наших предков в городе Абакане. Я приехала, пришла в центр детского творчества, он меня посадил за пианино и поставил ноты и говорит: а вот это твои ученики, заходят ученики. Ученики дядь бородатые, все семейные, все взрослые и такие дети, дети маленькие, дети взрослые. В общем, были семейные поколения, так скажем. И я хотела их даже сейчас перечислить. Это семья Кочетовых, семья Ржиуцких,
семья Васильевых, Людмила и Александр, которые сегодня присутствуют здесь на нашем концерте, их дочь Таня, зять Паша и их дети. Это Генрика Вацлавовна Прошичева и ее дочь Евгения Юрьевна Мастрич со своими детьми. Пани Лена Анюшина со своими детьми, Сашенькой и Олечкой. Олечка, которая стала теперь уже учителем нашего польского языка. И, конечно, очень много-много кто еще приходили. Это Журавлевы, Обуховы, Кращинские. Но перечислять очень-очень долго, конечно же. В конце мы еще покажем немножечко ролик. И что хотела сказать еще далее. В 97 году пришла к нам Юлия Олеговна Скида со своими дочерьми. Она по профессии хореограф. Предложила создать ансамбль. Сергей Владимирович придумал название ансамблю «Сибирский краковяк», в который стали ходить и взрослые, и дети. И вот нашему ансамблю «Сибирский краковяк» уже исполнилось 18 лет. На сегодняшний день мы изучаем язык, поем, танцуем, изучаем культуру и прикладное творчество. А что на сегодняшний день представляет школа языка, польского языка и культуры, мы сегодня же, конечно, увидим все на концерте. Сейчас я бы хотела зачитать поздравление нашего председателя нашего общества Сергея Владимировича Леончика, который сегодня отправил нам из Варшавы поздравительное письмо. Уважаемые учителя, учащиеся школы польского языка и культуры, уважаемые гости, обращаюсь к вам как первый учитель и основатель школы. В сентябре 1994 года я начинал первым в Абакане Республики Хакасия преподавать польский язык. Сейчас, с высоты пройденных 20 лет, понимаешь правильность решения, принятого мною тогда. А ведь тогда мне было 23 года. А сейчас мои ученики стали сами учителями польского языка. Закончили вузы по разным специальностям. Работают в России, Польше и других странах. Большое спасибо членам Полонии, моим соратникам, что вы тогда поверили в меня, а образование стало делом моей жизни. Большое спасибо польским официальным организациям и общественным объединениям. Но немалое значение для поляков, живущих в России, является поддержка местных властей. Как на уровне села, города, так и на уровне края, области и республики. Республика Хакасия имеет свой закон, уникальный закон о языках народа Республики Хакасия, принятый еще в 1992 году. Благодаря этому закону и при поддержке Министерства образования и науки Республики Хакасия в 1994 году сначала в Абакане, а затем в селе Знаменка Багратского района стал преподаваться польский язык. Сожалею, что не могу присутствовать сегодня на нашем совместном юбилее. В связи с окончанием моего диссертационного исследования и подготовкой новой книги в печати я нахожусь в Польше. Хотелось бы пожелать ученикам, их родителям и учителям дальнейших успехов в изучении, совершенствования польского языка. Благодаря языку вы не только общаетесь, но и познаете, понимаете другую культуру. Не случайно Антон Павлович Чехов говорил: «Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек». А школе желаю польских 100 лет. С уважением, Сергей Леончик. Сейчас я бы хотела предоставить слово генеральному консулу Республики Польша в Иркутске пану Марку Зелинскому. Уважаемые дамы, уважаемые господа, дорогая Елена Владимировна, все присутствующие, дорогие гости, друзья, позвольте мне вначале официально
приветствовать вас, поздравить с юбилеем школы. 20 лет это немало, конечно, это уже какой-то отрывок времени. Это знак того, как вы работаете, когда вы начали работать эту работу и что она идет дальше. Для меня лично и для меня как представителя консульства, в какой-то мере тоже и представителя нашего государства, Республики Польша, это очень важно, что в Республике Хакасия, в Абакане, городе и регионе отдаленном от Польши, от Европы, есть тоже возможность изучения польского языка, познакомиться с польской культурой. И что вы, может быть, не всегда так, как бы хотелось, но тоже можете ездить в Польшу. Это очень важно. Важно, что здесь тоже есть католический костел, который в какой-то мере тоже очень сильно своими традициями, своей историей связан с Польшей. Конечно, мне хочется вам желать всего, пожелать вам всего хорошего, всего лучшего, дальнейшего развития. А сейчас уже не так официально, я уйду от этого официоза и скажу уже от себя. Вы знаете, мы живем в непростые времена. Это я не скрываю, и вы это знаете лучше, чем я, конечно. Знаете из телевидения, знаете из средств массовой информации. Эти времена, конечно, на самом деле они никогда не были простыми. Мы знаем, что отношения сейчас между Россией и Польшей, между Россией и Евросоюзом, они стали сложнее, чем были. Но всегда, конечно, есть надежда, что будет лучше, и мы на это надеемся. Но это не только касается России. Вообще мир, сегодняшняя Европа тоже живет в непростых условиях, в непростой обстановке. Мы видим, конечно, что творится в разных городах. Только что прошел этот ужасный атентат, ужасная попытка уничтожения одного из журналов парижских, французских. Ну, такое случается не только в Европе, не только на нашем континенте, но и на других. Есть некоторые историки, некоторые политологи, которые думают, что, может быть, мы живем в преддверии чего-то, на самом деле, намного еще сложнее и намного ужасного, чем нам бы хотелось. Почему я об этом говорю в этом таком юбилейном день? Потому что то, что вы сегодня и 20 лет тому начали, а сегодня продолжаете, это есть знак сопротивления. Сопротивление тому, что некоторые страны, некоторые люди, некоторые этнические группы живут в неприязни, во вражеских отношениях между собой. И изучение языка, здесь польского, но также и других языков, это противостояние тому. Противостояние этой пути к катастрофе. И то, что вы начали 20 лет тому назад, это не только было начало какой-то работы для небольшой группы людей с польскими корнями, которые здесь живут, или людей, которые чувствуют себя близко к польской культуре, но это был тоже такой символ противостояния. Символ того, что нам нужно знать лучше другие народы, другие языки, другие культуры. Один из таких видных политических деятелей Польши 17 века, Первой Речепосполитой, этой Польши, которая закончила свое существование в 18 веке, Jan Zamoyski, канцлер Польши, одна из главных фигур тогдашней жизни, сказал таким бандам Речепосполитой, как их молодежи выховали. Такие будут судьбы Речепосполитой, как мы воспитаем молодежь. Это очень известная такая фраза, известная поговорка. И сегодня, я думаю, что можно это повторить. Такие будут судьбы нас, поляков, такие будут судьбы вас, люди, граждан России, такие будут судьбы здесь, в Хакасии, людей, граждан Хакасии, граждан России, как мы воспитаем молодежь, воспитаем молодых людей. И чего мы их научим, Спасибо, благодарю вас за эту работу, благодарю вас за то все, что вы здесь делаете. Но мы надеемся на то, что эта работа
не только будет продолжаться, не только будет развиваться, совершенствовать, но с этой работой мы все-таки наново обновим. Кажется, это может быть сильно преувеличено, но мы обновим отношения Польши и России, и я думаю, что будем жить так, как нам хотелось бы, как друзья. На самом деле мы друзья. Я всегда повторяю, и это тоже мое личное мнение, это не как госслужащий, не как консул, что менталитет поляков, польский менталитет, менталитет русский, российского человека, он очень близкий к себе. Конечно, есть исторические разницы, отличия, но мы очень близки к себе. Не только как славяне. Славянский имеет какое-то там отношение, но я думаю, что это не главное. Главное, что у нас, и у вас, и у нас была непростая история, непростые судьбы. И потому нам нужно делать все, чтобы это не повторилось. Но через несколько дней, на самом деле в ближайшие дни, проходит следующая годовщина, будет проходить следующая годовщина победы в Великой Отечественной войне, проходит годовщина освобождения Освенцима, Аушвиц, концлагеря в Аушвиц. Я через два дня уезжаю в Уланудэ, в Бурятию, где будем открывать выставку такого очень известного польского посланника, он же покойный человека, который один из первых передал информацию на Запад о том, что случилось с польскими евреями. Ян Карский, профессор, потом он стал профессором двух американских университетов, в Джорджтаун и в Колумбии, очень известный человек. Но главное его достижение, его жизни, это было то, что он был один из первых, который передал эту информацию. Это сообщение о том, что... И мы всегда благодарим, повторяем это, что благодаря Советской армии, Красной армии, все-таки судьба тех, которые остались еще живые в Освенциме, не закончилась так ужасно, как тех, которые не дожили этой даты, этого дня. Так что спасибо за это, спасибо Республиканскому центру, Татьяне Николаевне, которая поддерживает вас. Спасибо вам, властям республиканским, городским, муниципалитету и всем другим, которые были причастны к этому великому делу. На самом деле, может быть, снова чуть-чуть официально, это великое дело. Независимо от того, что там есть, как это есть, с какими проблемами вы встречаетесь, какие проблемы встречаетесь, как это бывает, тоже и сложно, и непросто, но все-таки вы начали и создали великое дело. И вам большое спасибо. А сейчас детский хор учеников нашей школы «Веселые нотки» исполнит для вас несколько песен на польском языке. Ah!
польских народных танцев в исполнении средней группы ансамбля «Сибирский краковяк».